23 июля. Река Фонтан. Летний сад за спиной. Беседка. Именно о нем Ахматова писала. Я к розам хочу, тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой. А я их помню под Невской водой. Где строчки о наводнении, которое произошло во времена Анны Ахматовой. Вот она, Нева, под тем мостом начинается, за тем мостом, который у нее за спиной. Нева вышла из берегов и затопила летний сад. Статуи тоже. И, в общем-то, и все. Это потом, когда вода спала, отмывали, очищали летний сад. Ну а сейчас это прекрасное место для отдыха. Правда, сегодня летний сад закрыт на уборку, на чистку фонтанов. Это бывает раз в месяц, как правило. Но я любуюсь фонтанкой. По ней идут теплоходы в ту и другую сторону. Очень много желающих посмотреть красоты Санкт-Петербурга. И такая экскурсия на теплоходе называется «По рекам и каналам». Бережно, шумно, большое движение. Ну и, конечно же, очень хорошо. Свежо дышится. А вот еще один теплоходик. Ночной трамвайчик. Открывает с пассажирами. Следующий мост – Пантелеймоновский мост. Красивый, реставрированный. Но до него я еще не дошла, чтобы показать. Справа от меня видно сад. Слева – набережная, дома, дорога. И я гуляю по Питеру и наслаждаюсь красотой великого города, великой страны.